Это VIP-99. Это наша племенная маточка 99-й линии. Вот такой расплод. Занимает весь корпус. Это дочка VIP-8. Вот такая пчела. Здесь выходит расплод. Дождик пошел у нас. А мы, как всегда, погоды нет. Видно, маточка работала до низа. Здесь расплод вышел. Вот эта маточка. Дочка VIP-8. Эта маточка проверена по дочкам, по своей работе. Эту рамочку матка засеяла. 25 мая. Погоды нет. Это VIP-99. Вот пчелки 99-й линии. Все желтые. Вот такая маточка. Ну вот она заполняет весь корпус. Еще хотим одну семейку показать. Накапывает дождик. Это 300-я наша линия. Вот VIP-300, видно, маточка ходит. Развилась до корпуса. Надо ставить надставку. Погоды нет. У нас моросит дождь. Интересная история у этой матки VIP-300. Это симбиоз двух матководов в Беларуси. Пятая генерация маток Golden Buckwheat Беларусь. Зимой я вам показывал ее. Очень быстрое развитие у этой линии. Вы слышите, капает дождь. Позволяет в непогоду смотреть себя. Вот у нас накапывает дождик. Пчела, вы видите, желтая. Видите расплод этой матки. Это VIP-300.